Так, всем здорово. Начинаем наши... Сегодня коротенькие будут игры. Завтра на работу. Долго не засижусь. Так. Поэтому стартуем. Наши любимые скилл-тестики. Погнали. Брисса против мелодии. Неплохо. Так, сейчас я убавлю звук игры. Так, ты залетел. Дорович. Дорович, Миша. Так, что нам дали? Воздух прям под книгу, под специализацию, да? Вроде неплохо. Тут, конечно, СП-шка бешеная. Но вода надежна. И скорость. Да, берем. Берем. Скорость решает. И книжка решает. Так, против нас слесарь завода. Он все время со мной шпилит. Частенько, скажем так. Воздух точно. Ну, все, принято. Даже антислепу одену. 5-7-3-3. Ну, мало знаний СП-шки, но для Брисса это не проблема. Сейчас наберем. Тем более, что у нас тут? Хотя молитва есть и огнешар есть. То есть даже, в принципе, с этим можно было работать. Так. Так, ну инту, наверное, возьмем. Я бы еще взял бы какую-то моральку. Моральку или тактику. Сейчас посмотрим, что выпадет. Плохо на эти вещи качает, но а вдруг что-то одно выпадет из этого списка. Тактика выпала, неплохо. Так, ну, 7 СП. В принципе, боль-мень. Так, знания. Ой, сила магии. Ой, еще ледяночку дали напоследок. Что тоже неплохо. Вдруг у него кулончик. 262. Так, ну, пока выглядит неплохо. 250. Так, с 8 у нас останется 5. В принципе, 5. Тактика на Брису локирок. Та-да. Ну, я бы мораль бы даже, может, предпочел бы лучше, честно говоря. У нас с моралью задница, да? Ничего нету, да, ничего нету. Но и тактика сойдет. Так, что будем брать там? Против нас мелодия. Водяная, скорее всего, будет мелодия. Я думаю, возьмем этот самый водянок. Высокая вероятность, что там вода будет. Так, кого еще купим? Ну, мухи, наверное, для скорости. Только фены нас обгонят. И что у нас уже? Уже минус один, блин. А мы еще даже не качнулись. Здорово. Только начал. Так, пегасы отреса. Типа удорожают или что? Все стабильно. Два дня назад 460. А сейчас сколько? Опа. Соточку залил. Давай. Если серии не будет, да? Так. Фрифриты, пегасы. Блин, плевать типа на мораль. Я пытался мораль сэкономить, но, наверное, нифига. Наверное, мы не сэкономим. Поэтому берем всех подряд. Еще ж гиганты, кстати. А, пегасов не хватило бабок, сорян. Я что-то разошелся. Давай на шару возьмем. Блин, так не люблю с такой отрицательной моралью играть. Оно, конечно, бывает прощает. Но бывает не прощает. Так, давай, наверное, вот так. Тут никак. Да, я вижу, что никак. Но будем прухать, если что. Просто и гипноз, когда у тебя минус 3 мораль, у тебя и гипноз херовый. Придется болтом херячить. Но у нас в первом раунде может быть хоста, потом посмотрим. Полетели. 7-8-8-7. Такие плотненькие средние. А, там дракоша есть. Так, есть дракоша. Прикольно бы забрать змея. А там тоже минус 3. Нормас. Нормас. Так.
Давай чуть-чуть раз это самое. Наверное, когда такая мораль, лечи сильнее, чем гигосы. Ну, лечи хорошо. Так. Давай распихаемся чуть-чуть. Как-то. Вот так, что ли. 10-6 у него боевых. То есть, в принципе, по боевым у нас паритет. Так. Берса он сюда не кинет. Да, от берсы мы нормально расставились. Да, болт надо, потому что гипноз стрёмно. Хотелось бы забрать змея и куснуть дракона, но есть риск. Есть риск получить этот самый. Дизморальку. Ай, дракон у него раньше ходит. Ну тогда убиваем змея, да и дело с концом. Ага, хер мы убиваем змея, понял. Ну как, у нас в принципе еще огонек остался. А, не хватает, чуть-чуть не хватает. Но хватает на этих, кстати. На много кого остальных хватает. Тогда вейтимся, наверное, или снимем ответочку. 22-31. Снять ответку. Забрать потом котов. А он тоже может гипнозить на 7 СП, да? То есть муха, он может муху забрать. Надо бить, походу. Ну, снятия не будет. Крестов нормальный гипноз. Да, кресты могут порезать. Ну, они могут пропустить, вот в чем проблема. Ой, хорошо. Ну, правда, влетело в меня в основном, да? О, пока неплохо с дизморалькой. Сейчас посмотрим, какой будет каст. Мне не хватает 5 забрать змея. Ну, плевать на змея. Змея будем убивать руками. Кресты забираются... Ну, котов я уже, получается, убил. Уже котов нет смысла. Ну вот, у него сильно выглядит если молитва. Если мелодия водяная, как я предполагаю, то будет сейчас молитва. Ну, либо кольцом холода он хочет меня уничтожить. Ты смотри, какая тварь раздает-то как жестко. Так... Не, молитвы нет, он бы ее уже дал. Удача бьет только по первому, если так... У меня было такое, что удача била по двоим сразу, я смотрел по урону. Если атака множественная. Вот смотри, сколько нанесла. Зеленый дракон 180 нанес. То есть тут, видишь, у кота ровненько 90 откушено. И 90 получил моя муха. Вот тебе твоя теория сразу же и обломалась. Моментально. Так, что, будем лочить эльфов или пока выдержим первый удар? 4-7. Забираем. А когда же, блин, может кота забрать все-таки? Кота выгодно забрать. 70 урона. Что 70 урона? А, ты про моих гигантов? А, 70. А я 90 посчитал что-то. Я от сотки почему-то отнял. Камон. Тогда 70, да. А, тогда 110 получается в этого. 110 в муху и 70 у этого. Тогда, да, тогда хурмец прав. Тогда я ошибся. Я что-то подумал 90. От сотки отнял. Так, ну что, попытаемся забрать тогда этого. И лупим. Снимаем эту единичку нахер. Что он может кинуть? Антимагию? Пускай кидает антимагию. Я даже согласен на антимагию больше. 157. Да хера еще жизни у дракончика. Но мне кажется, у него ледянка. На 7 СП ледянка там сколько? 100 с хреном урона.
Так, ну пока вейтимся. Смотри, как прикольно. У него минус 3, у меня минус 3. Никто не пропускает, да? Ни одного пропуска не было пока что. Я не видел. О, мы можем... А, я понял. Ну, раз он не кастует, то он тогда хочет играть через этот, что ли. Через резурект. Ну, не пизда, у него резурект. Он взял накидку и типа хочет с резуректом выигрывать. Вот так вот. Ну, план вроде имеет право на жизнь. Ну, давай резать по чуть-чуть. Ай, блин, а чё не с удачки? А, там минус. Это у него удачка. У меня нет удачи. У меня минус. 108. Ну, неплохо порезал. 18-31. Гипноз сильнее, согласен. Я еще могу забрать демоноидов. Так, ну, не подставляемся сюда под котов. Потихонечку пошли. Ну, он котами сейчас гигантов лупит. Ну... Там либо резурект, либо кольцо холода. Больше быть ничего не может. Берса какая-то. Ну, берса здесь до задницы. У меня юниты охеренно под берсу. Так, побежали. Вот сейчас он будет кастовать, да? Если он каст не дает, резурект. 100% резурект. Огнешар. Третий вариант, да, получился? Ну, неплохо, в принципе. Но резурект это не снимает. Та ёп. Ну, брат, у меня минус один. Но уже два раза сработало. Хорош. 59. Ну, не убиваем. Наверное, дракончика сейвим. Я думаю, дракончика сейвим. Отлетаем. Так, эта херня не достает. Вот здесь не достает. Вот пошли пропуски. Первый пропуск. За игру. На двоих минус 6. Так, может котов даже забрать, а потом демонов. Я улетел. Дракончик нам очень нужен. 182 хп. Да, он так летит смело. Так, давай не будем спешить убивать его. Пускай применит магию свою. Может перекрыть ему, чтобы он к ледянке не доходил. Хотя похер на ледянку, честно говоря. Абсолютно. Давай на ледянке заберем кота. Так, хорошо. Wait. Ой. На ледянке заберем кота, сказал Дима. И не забрал. Красавчик. Да, я хочу ледянкой на труп стать, так я и хочу. Но не получится так уже. Да, пропустили все мои толковые юниты. Ну, короче. Ну, тогда будем его испепелять, наверное, что с ним делать. Так, 5-13. Можно, кстати, дать сюда молитву, чтобы он его гарантированно прибил. То есть он даже не кастанул, да, в этом раунде ничего? Да, он не кастанул. Бережет для резуректа. Ну вот огнешар и резурект. Давай, наверное, кота заберу. Там их два. А этого потом уничтожим огнешарчиком. Тупанул я с котом, ну ладно. Так. Наверное, отползаем. Куда отползаем? Сюда где-то. Уже не убиваю. Ну ничего, у меня будет еще шанс убить его. Драконом убить. Блять. Подымет сейчас, да? Долбанный ифрит. А его не пропустил. Ну, подымает он дракона, я уже вижу. Это уже понятно. Так, 41, там еще куча. Но мы сейчас заберем тогда у него... Нихера себе кусь какой. А, у меня он был... Блин. У меня он был потраченный чуть-чуть. Ладно, не страшно. Пока не страшно. Так. Давай дракона ушатывать.
Там два резуректа. Там мне все резуректы пофиг, кроме дракона. А ну-ка. На, сара, собака. Сколько там? 86. Зажали, блин, земляночку там. Блядь, у меня пропускает, а у него не пропускает. Это пока плохо. Сейчас могу и дракона потерять. Ну, хотя должен выдержать. Должен выдержать. 92. А, ну бас. Он же мог меня прожать через водянку. Вот сюда надо было остановиться. Он лоханулся. Через... Блин, смотри, у него не пропускает никто. Он... Пора бы уже, парень. Два резуректа, да? Ну, у него план был, в принципе, хороший. Имея накидку, имея резурект и огнешар, в принципе, нормально катать можно. Статы хорошие. Это у меня... Ну, бас, да. Он должен был прожигать вот сюда. Вот. Ну, на одну клеточку вправо дракончика ставит и прожигает. Ну, еще у него этот, видишь, живучий. 80. Но если он сейчас ударит дракона, там будет поменьше хп. Змею убьем магией. Ну, там не совсем поубивает, там что-то там поменьше, не 80. Там что-то 60 там, или 56, что-то такое было. Ну, с ударчиком убьем. Блядь, иди нахер, ты посмотри, что творит, тварь. Еще и напоследок, блин, ну там три удачи, там как ни крути, да. Так, ну дракон еще пока живет. Давай посмотрим, кто у нас тут вейтится, не вейтится. Так... 24. Я бы дракона бы охеренно мог прожечь его. Ну давай так. И станем на труп сразу. Так, тут убиваем, да? Дракона убиваем и все. Ну, я прожигом убью обоих. Только надо, чтобы прожиг был. А есть у меня мораль какая, блин? Я бы радость бы даже дал. Радости нету. Блядь, нету радости. Я бы кинул бы радость хоть какую-то. Так, 60. А что мы можем кастануть? Убить змея? Или дождаться прожига убить змея? 88. Вроде нормально держим. Ну давай рискну, я не хочу сейчас змея убивать. Хочу прожигом прибить их. 44-55. Блядь, не хватает. А если дать молитву? Сколько там она молит? Ну молитва слабенькая. Вот палач есть, кстати. На восьмерку добавит. Молитва меньше добавит. Слеера можно. Что такое слеер? Палач ты имеешь в виду, слеер? Палач вроде выгоднее всего. Блять! Почему он развернулся? Что за бред? Почему эта тварь развернулась? Нельзя сейчас убивать, получается, змея. Дракон почему-то развернулся. Охренеть. А у него дракон не пропускает. И змей не пропускает. Никто не хочет пропускать. Ну я понял, что палач. Ну ты видишь, змей вместо прожига повернул голову и ударил с другой стороны. Странно почему. Он смотрел сюда, что его развернуло, непонятно. Сейчас так и проиграю, блин. Какая-то дурная игра, столько ошибок. Что он накосячил, что я накосячил. Ну это первое, еще вообще в тонус не вошел. Так. 41.
Ну, мы, кстати, долетаем ифритом. Надо давать на ифрита, да, получается? Палатку может захерячить. Да, палатку захерячить — нормальная тема. Так, 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 41. Я могу убить его, в принципе, огнешаром. А, я ж палач потратил. Какая это самая, блин? Уже нема нихера. Через вейт. Надо, чтобы походил первый этот, да? Ифрит. Тут 41. Нанесет у меня ифрит 41? Вроде должен. 41 наносит. На, блин. Сюда иди. Победа наша. Что-то такое намудрил. Все, прибил его. С горем пополам прибил. Жестко. Но вот она первая игра. Совсем не натренированный. Так, с кем тогда играем? Давай с дуплетом сыграем. БО3. Так, монетку давай готовить. GL, have fun. Полетели. У нас Нимус, а против нас Эоаций. Ну, блин, Эоаций поинтереснее. Из приятного есть големы. Но не скажу, что прям вау. Пузо, но без знаний. Не работает. Ну, земелья, да, здесь получается. Земелья всему голова. Земелья со статами тут без вариантов. Так, хорошо. 7-7-3-3. Угу. Не, воин неплохой выйдет. Ну, в шрайнах говно. Ожидаемо. Огонь нам не нужен. И мудрость нам не надо. Там ничего нету. Ну, блин. Земля очень надо. Интеллект было бы неплохо взять. Тактика, мораль. До хера надо, блин. Прям до хера. Ну, мораль дали. Водичка не канает. Ну, давай сопротивлялку возьмем. Блядь, землю не дают, ну, херово. Качается он очень херово, Нимус. Ни тактики не дали, блин. Хотя бы расставиться как-то. Взять стрельбу, типа там у меня есть артефакт. Удачка. Ну, плюс один удачки есть. Маги, англы, големы. Эспехи нет, мы даже не поднимем ангела, ты видишь? Земля не качнулась. Так был бы хотя бы рес ангелов, так рес ангелов даже нету. Тут нечем даже особо играть. Плохой кач, который убьет. Убьет всю игру. Ну, давай брать все подряд уже, тут уже не важно. Там убить нежить пусть будет. О, тактика вот где была, да? Очень классно. Если была бы у меня земля, я бы вот эту бы штуку одел бы, понимаешь? Вот так. А теперь что? 240. Это будет 2 у меня, это будет 140. Второй СП 140. Тупо на стрелках катать. 75-е стрелки. Вот просто чувак не взял. Чувак не взял землю и запортачил мне, конечно. Ну, может подсейвить меня, конечно, сопротивлялка.
Так. Давай так. Плюс 3. Даже тактику, блин, дебил не качнул. Я хотя бы ворвался в него. А так даже ворваться не могу. Неужели с накидкой играть, блин? Вот так что ли играть? Чтоб болты хотя бы убрать. Самое лютое. Да, наверное, да. Мне стрелка просто 40, ну там... Стрелка на 45 мне ничего не даст. А болты залочить, в принципе, ну вроде это самое. Так, маги, маги, маги. А я, может, бычар потащу? Драконов чем убивать? Големы, блин, херня. Сколько стоят бычки? 1500. Да, бычков возьму. Мага я одного куплю, чисто, чисто ману. Хотя манна мне особо, блин... У меня ровно два резуректа. Ну, типа антимаги. Ладно, возьму этого. Вдруг там гипноз какой-то. Чтоб хотя бы снимать. 775. Сколько? Два мага? Ну, нормально. Давай по центру будете стоять. Так. Ну, вроде так. 12. Два резуректа, которые даже ангела не поднимают. Но мы можем поднять быков. Можем поднять виверн. Наверное, так. Полетели. Так, первая скорость не моя, да? Но он будет клонировать, но клон нам не особо, там 5-2. Клон пофиг. Честно говоря, клон вообще пофиг. Так, хорошо. Лучше бы огра вместо уток. Та, огры что, колдовать... вот смотри, я беру накидку 1-2, а огры колдуют жажду крови. И все, жажды крови нету. И толку с огров. Как боец он херовый. А жажду крови я себе уже закрыл. Поэтому огры не работают. Никак. Ну, а огры еще больший мусор. С накидкой они вообще ничего не могут сделать. Медленные. Статы хуже. Так хотя бы жажду крови... Да, срут мораль. О! Накидочка работает. Хорош. Ну пусть кастует свой этот клон. Накидка сработала. А что было? Не, огры точно хуже. 4 огра, 2 виверны. Такое. У меня тоже была. Так, я могу убить птицу вообще нахрен. Но я пока повейчу, подождем. А! Бля. Только увидел. Стрелка на 20, да. Играем с кэше, получается. Прикол. Тогда да. Ой, еще что-то у меня не попадает мышка куда надо. Ну да, против воина без магии играть. Cool story. Еще и мораль удачка, кстати, не сработала ни разу.
ради прикола. Да, прикольная игра. Накидки, блин, все порешали. Ой, что я пишу, скилл-тест? Сюда его. Ну, на шару, честно говоря. Аида Кэше призвал. Где, кстати, Аида? Не проснулся еще, что ли? Он бы кайфанул бы. Он такое любит. Кэшешки. У меня дизморали не работали. Так, Хартлич против Даймрифа. Опять есть ангел, но без големов, да? Так. Ну, первую на шару выиграл тупо случайно. Раздача была... Ну, раздача была вроде ничего. Но кач был ужасный. И заходил я, конечно, в бой на говне. Ну что, Хартлич, будем тебя качать, наверное, спешечку и знания. Вот это смотрится неплохо. Потому что тут скорость всякая штука, блин, мне не нравится. Ну, для Хартлича, конечно, вот этот кулон прикольный. Но... Знания еще есть, СП слабая. Скорее всего, я вот это одену. Типа забанить магию не по... забанить магию не получится, потому что я скорость буду брать. Ну, короче, тут вроде неплохо, но дублирующих артефактов до хера. И в итоге получается раз, два, три, четыре. И, ну, херня. Лук золотой с этими сапогами. Левая, ну... Левая тут... Просто мне тут лук нравится. Тут вон вроде есть эльф. Вроде есть лич. Вроде даже эти пираты есть. Есть кем пострелять. Но! Тут сколько боевых? 4. И 2 топорик. 6 боевых. Тут 3. 5. Ну, по боевым паритет. А по... 2 знания и это самое. И 4 СП. А тут 8 СП и 4 знаний. Плюс антигипноз. Даймриф воздушная будет? Да, Даймриф будет воздушная. Антигипноз по-любому берем. Вот этот кулончик, кстати, решает сильно. Там, конечно, будет, наверное, скорее всего и болт вместе с гипнозом. Но гипноз более жесткая тема. Когда у меня есть ангел и змей, пускай лучше убивает, чем гипнозит. Болтяра у нас есть. О, антимагия резурект. Пойдет. Так, стрельба, сопротивлялка. А, неинтересно. Что нам надо? Интеллект нужен, наверное, если есть воскрешение. Земля можно взять, кстати. Но опять же, сейчас накидки какие-то могут быть. У нас, в принципе, магия разнообразна. Накидки не сильно... Хотя есть один вариант, который для меня самый херовый. Если он берет накидку 3+, и кулон от болтов. И тогда я остаюсь без ничего. Вот это самый херовый вариант. Ну, будем надеяться, что такого не будет. Так, поехали наракачаться. Сопротивлялка, стрельба неинтересна. О, интеллект сразу выпал. Прекрасно. Ну, воздух. Давай болт, наверное, прокачаем лютый. И тактика. Все, вот это мой будет кач. Прекрасно, прекрасно. Все заэкспертил. А мудрость и не надо экспертить. Так, давай возьмем стрельбу, возьмем сопротивлялку. О, еще сила магии. Нападалова. Вот это уже кач поинтереснее, чем в прошлый раз. 8-6, 13-7. Плюс. Это плюс. Так, с моралью, да, только на задница. Но нам ангел добавляет. И, а, ну неплохо, кстати, с моралью. Не будем личей брать, ну их нахер. Они мне все запорят. Я возьму вот этих стрелков. Тут у меня и так нормально складывается. Вот так, вот так. Так, и 2500 бэбок мы можем взять, чтобы мораль была положительная. Возьмем, наверное, пиратов и матросы на... А, кентавры еще есть, кстати. Сколько там? 500? 2200? 2275. Кенты, быки... Не, быков я брать не буду.
Я хочу себе ставить положительную плюс один моральку на случай там дракона там или артефакта. Так, 2275. Устраивает. И кентавры. Вот так вот. Смотри, как хорошо. Плюс первая мораль, это важно. Так, лошадка. Кого ты будешь защищать? Ну, давай, наверное, так распределимся. Да, так нормально. Даже есть легкое сопротивление. Пойдет. Погнали. Болт. Болт лютый. 2 дракона. Не кисло. Но я первый хожу, да? Да, я хожу первый. О, вот этого надо болтом сразу убивать нахер. Так, пошли, парни, вперед. Столько стрелков набрал, будто лук вывел. У меня же стрельба. Ну, там не экспертная, но есть же стрельба. Так. Так что норм. Все. Базовая. Ну, кентавров не улучшил, потому что я улучшил корсаров. У корсаров бить на шар. Блин, смотри. Я старался, то, что я говорил. Я старался себе положительную мораль, и то минус один получил. А было бы минус 2, если бы я взял бы быков там или кого-то другого. Так, что мы будем делать? Будем зеленого... Не, красного, наверное, будем херячить. Красного он прожжет мантикору. А тут мы, наверное, убьем в первом раунде воздушек. Так, есть резурект. Есть болт. Поехали. Или зеленого давай лучше. 77-80. Хочется 80 нанести. Сразу минус 1. А, ну там 13-я атака. А гипноз не работает. У него, скорее всего, гипноз мог быть. Ого, 180, огнешарик. Вот что тактика делает. Вот почему я люблю тактику брать. От таких тем. Так, ну мы догрызем, наверное, этого дракошу. Или там этот ударит. Ха, кот, кот стал не в положенном месте просто. 11-26. Хватит нам урона двух стрелков и лошади, чтобы завалить зеленку? Вроде хватает. Да, а нет, 32, блядь, не хватает, кстати. А удачи нету? Нету. Есть только антиудача. Не хватает. Ну, он сейчас снимет ответку с ангела, типа. Ну, это минус юнит. Да, не убиваем. Тогда давай вейт. То стреляй в кра. Да, я ж хочу, я сейчас подожду, пока он подлечит кого-то. Я хочу посмотреть, кого палатка полечит. А потом пульну. Подрихтую, так сказать. А что он сделал? А, он в ангела пульнул. Ну там все летит в ангела, я понял. Но там еще может быть... Ага, зеленого полечили. 33. Ну да, в красного будем стрелять. В красного по-любому. Ой, хорошо. Так, ну сюда слабо, в красненького нормально. 90. Но ангел 90 не нанесет, он там... Ой, блядь. Ты чё разошелся? Блин, а теперь ангел не выживает. Херово. Теперь ангел не выжил. Ну там плюс две морали, так что там закономерно. Кто-то должен был промаралиться. И что он, типа, на два трупа станет? Не, полетел сюда. 74. Ну, сейчас рез ангелов и все, и пиздорез. Или змей... Да, он про этот. Эксперт-резист. В задницу эксперт-резист.
Давай трупы перекроем на всякий случай. А не, у меня базовый резист, да, базовый. То в прошлый, да, эксперт. Но там был кэше, поэтому... Так, перекрываем трупаков. Сюда эту победку выдано. Хорош. 399 ПТСов. Почти взяли этот. 400-й рубеж в очередной раз. Бедный оппонент. Не знал, что его ждет. В прошлый раз меня этот оппонент разорвал. Ему везло. Два дракона, кстати, вроде как сильно. Пятьсот 513. Так залетай, сейчас пощипаем тебя. Легкомысленно согласился на серию. В прошлый раз он у меня выиграл, по-моему, 2 или 3 игры. По-моему, 3 даже. Поэтому... Сегодня мне больше прет. Особенно в первой игре это получилось накидка на накидку. Вообще повезло. Блин, ага. Как я тебя забайтил. Ну, можно БО3, конечно. Давай сейчас дуплетами залетай, сыграем БО3. Так, крэхак. Крэхак против Алкина. Два воина, ну юниты говно. Ну смотрим, что у нас там выпало. Так, неплохая вилка, шапка и рог. Not bad. Ага, книга огня, но без шапки, ну камон. О, вот где все, да? Вот где все статы. Ну да, мы берем, конечно, пузо. Боевых нету, но для Крэга не критично боевые. Вот здесь положили бы шапку, я бы взял бы книгу огня. А так это не играбельно. А здесь слабо. Ну да, пошли на магию. Но, если магия не выпадет, тогда габела. Так, 4-0-5-10. Опа, нема нихера. Все, молитва, блядь, молитва. Ну, это компенсирует чуть-чуть, конечно. Но он воду ж хрен возьмет, скотина. Да, повелся я на магию. Ну, а толку? А что я мог взять? Взять этот рог вонючий, блин. Такая история. Короче, не будет 400 ПТСиков. Мины или молитвы? Ну, мины, блин. Нет дракона для мин. Молитва лучше всего, но... У Крэга проблемы с водой. Да. Разве что поймать сученого. Разве что с ученого поймать, да? Знаменитый Крэг на минах. Ну, был бы дракончик, можно было бы что-то придумать с минами, кстати. Слепота, кстати, еще есть. Давай попробуем этих пощупать, ученых. Вдруг там выпадет какой-то... Или вода выпадет, или хотя бы какой-то стрелка или болт. Земля, блин. Понятно. Да. Ничего же не выпадет. Ну все, тогда просто качаемся. Стоит ли брать мудрость? Ну да, надо взять. Вот такая однокалиточная игрулька получится. Крэг, блин, без юнитов толковых, еще и без магии оказался. Пятнадцатый СП на Крэге, ёбнуться. И нихера нету. Бешенство. Если бы хотя бы дракон был, можно было бы через бешенство что-то выдумать.
Та я уже, то я уже по это самое, морально уже сдался, я поэтому, ну, уже рассредоточился. Так, моральки мы набрали, набрали. Ну, будем через слепоту отыгрывать. Пытаться слепить и там что-то выдумывать, ну, как-то так. У меня даже статы, как для Крэга, слабенькие. 9-3. Ну, атака хорошая, спору нет. Так, с моралькой уже плюс один. Стрелков купить, что ли? И девочек на сдачу? Наверное, да. Давай так. Хотя там еще штукарь остается. Да похер, в принципе, уже похер. Так, окей. Поехали. Ох, там сколько всего. 72. Ну, будем слепить. Слепить, пытаться там что-то убивать. Так, пегасик, не, пегасик наверх тогда, да? Нам пегасик надо, чтобы залочил этих пиратов. Хотя и змеи залочат пиратов. А, там 13-я скорость, вот, блядь. Ну, я все равно я первый хожу. Так. Типа слепим Дэвила. И на что мы надеемся, если мы слепим Дэвила? Что у него нет снятия? Даже не убивают Джина. Тогда на этих летим. Ну ладно, тут ничего не выдумать. Просто ничего не выдумать. Бешенство, но это... Давай посмотрим, какое у него снятие. И все. Моралька нейтральная, скорость. Ха! Ух ты! Качает Дэвила, но пока не работает. Джины пока не кастануют. Нормальные касты на этих. Так, ну Джина я и так не убиваю. Лететь не будем тогда, да? Дальше я заслеплю Никсов. Еще могу заслепить. Не могут. Еще кружок будет. Так, 9 на 9 по скорости. А, ну вот. И ни ударки тоже, вообще ни хера нема. Ну, полетели, полетели, полетели. Так. Моральки у меня плюс один. Маленький шанс на моральку был. Так, а мы захерячим одного этого? Не, надо пирата надо убивать. 7-17. Минус пиратик. Там статы даже больше. 23 боевых против моих 12. Так, ну и все. Подползаем под пирата. Девять, десять. Давай здесь станем. Чтоб хоть не прямая стрела.
Ах, жалко, не моралька. 112. Так, ну гигоса мы пока трогать не будем. Давай к этого херячить. Есть маленький шанс этого максирола. Ну почти, кстати, 38. Кстати, у меня на 10, на 10, а вот и антимагия. Ха. Четко. Четко-причетко. Ну, что я могу тут, слепить могу? Или кинуть бешенство, даже гидра даже не достает. Уже все теперь. Гидра хочет жить. Котов добьет. Ах, не знаю даже, куда тут податься. При наличии магии мог выиграть. Поехали, все. Не дошли мы до 400, но ничего страшного. Так, не вижу пока Мишу. Не залетел. Залетай, залетай. Выхожу отсюда. Да, не подглядывай. Так, создаем. Так, создал, залетай. Да-да. Гэл. Так, у нас Дамакон, а там какой-то мах. Уже плохо. Астрал. Ну, два дракона, кстати, неплохо. Так, Дамакон, да? А, ну мы, кстати, можем забанить ему этот. Блин, книга воды, но нет знаний. Maybe. Я подумаю. Ну, накидка, да. Накидка топово смотрится. Плюс щиток под драконов. Похоже, это накидка. Не похоже, а точно. Тут без вариантов. Если бы еще вода была с каким-то знанием, то можно было бы там через молитву что-то что-то выдумывать. А так... Два 14, 4, 9. Хорош. По двух драконов статы просто шикарные. О, еще льдышку дали. Ну, норм. Так, интеллект, огонь. Нет, мне ни то, ни то не надо. Мне нужно врываться в него. Значит, тактика, мораль и вода. За медло еще, кстати, неплохо. Давай, защиту возьму. Не дают мне, а вот тактика, наконец-то. Ну, хотя бы продвинутая уже неплохо. Так, интеллект берем. Огонь, а у меня есть огонь. Стенка огненная. Да нет, не буду я брать огонь.
О, заэкспертили. Сила магии, хорош. О, еще хорошо, шестая. Так, шестая сила магии. Ну, сейчас будет, правда, маленькая. Ну, нам пофиг, у нас нам лишь бы там чуть-чуть его кусать, да и все. Ну, пускай будет огонь, все равно слот пустой. Так, ну и одеваем накидку. Четвертая, это будет вторая, да? 2 на 20, 50 будет. Ну, полтинник тоже неплохо. Ну, два дракона, конечно, круто. Под дамакона сильно. Так. Мораль мы взяли? Взяли. Так. Деревьев до хера, я бы взял бы их. Хотя нету, на них нету никакого ускорения. На деревяшек. Но в целом-то круто. 6 деревяк. Давай возьмем их. Хватает бабок загрейдить? Отлично. Хоть как-то будет двигаться. Ну и девочки на сдачу пойдут. Так, прекрасно. Я доволен. Я доволен таким качем. Так, я на синем цвете, да? Ну да. Значит, надо вот так становиться, если на синем. А тут вот так. Нет, дракон. Тут, в принципе, похер. Так, добро. О, дуплет пошел дальше. Леголас. Так, я в туалет пока сбегаю по-быстрому, пока Миша качается. Так, что, Миша еще не готов? Ну ничего себе, он там прям выжимает таймер. Ну окей, поехали. А, где-то уже нету. Ладно. Да, он до нуля дойдет, я понял. Хм. Болты, я думаю, есть. На восьмой спе, кстати, будет больно.
Ты так и написал. Астрал палится. Пятьдесят. Наверное, пегасов будем как-то убивать. Нулевая атака. Сколько там будет урона? Не хочет пока бить, да? Так, наверное, пегасов будем в первую очередь убивать. Дракона успеем, я думаю. Двоих уже убиваем. Так, снять не получится и спрятаться негде, да? Ну да. Спрятаться тупо негде. Моралька есть плюс один. Ну давай сюда станем. Пятерочку нанес. О, 15. Кстати, херячит, блин. Совсем неплохо. Ну, дракончик сейчас получит чуть-чуть с ответки. Двадцать пятьдесят восемь. Надо лучников срочно лочить. Сколько там стрела? 110. Двадцать один. Так. Пегас, скотина, выжил. Ну что делать? Ответки будет снимать. Блин, нельзя прожечь, да? Да, тут не прожечь. Двадцать три четыре. Да, неплохо.
Неплохо, неплохо могло быть. А, еще и уроды. Ну ты набрал. Еще у него уродцы есть, бляха-муха. Но у нас как раз болтик 50, как раз ровно. А, 52, сука, неровненько. Совсем неровненько. Столпились, да. Как там, смешались в кучу кони люди, да? И залпы тысячи орудий слились в один протяжный вой? Из этой серии? Так, что-то он задумался крепко. Крепко задумался. Но я стрелков залочил красненьким офигенно. Так, два. Драконы, циклопы и ктулхи, да. Блин, не достаю до него, да? Он улетел. Кого будем убивать? Полтинник, блин. 50 и как раз двоих, да, сносим. Двадцать. Ну, Цербер никого не достает, в принципе. Палатку он хотел прибить. Может, я палатку прибью? Так, он стрелку еще не пулял в этом раунде. Да. Он либо девочек прибьет, наверное. Ну, дендроидов бесполезно бить. Я, наверное, палатку, да. Дам сюда болт в палатку и грифоном выбью палатку ему. Ага, он грифонов. Ну да, он будет плодить этих уродов. Будет пытаться плодить уродов. 62-75. Так. Ну там все прикрыто, в принципе, не страшно. Давай так. Семнадцать, 55. Либо сюда. Надо сюда бить, я думаю. Сорок три. Блин, а чё акиниды так мало нанесли? Всего лишь 13. Совсем что-то мало нанесли. Так. 13-20. Мы не убиваем, да, эту херню? Не убиваем. Так, окей. 9-20. Так. Блин, лечит его что-то сильнее, чем моих. Моральку не дали. Так, а красный... А, красный у меня уже походил. 50 и 10, 60. А там много. Давай, наверное, вот эту единичку уберем сразу. Чтобы не путалась под ногами. Восемьдесят пять. Хочет добить. Пытается выжить, но тут не выжмешь. Он, по-моему, даже в прошлом раунде не кастанул нихера. Да, не кастанул. Или кастанул. Ледяная молния — это я.
А, Грифонов, кастанул. Не забыл. Что-то я подумал, что он так увлекся, что даже не кастанул. Но нет, Миша не увлекся. Сосредоточен. Видно, что потеет. Потеет. Ну, ему драконом типа улетать надо. Вместо удара улетать, такая себе история. Нет, тут он не вытащит никак. При всем желании тут не вытащить. Все. Дракона не пробить просто, нереально. А, блин, достаем, да? Два дракона сила. И сколько у Миши там отнялось? Ха, минус 4. Ну, не очень прям много. Так, теперь я красный, да? Даймриф против Мюля. Блядь, Мюль их неприятный. Мягко говоря, блин. О, блядь, такое. Сколько фуфла. Да, Мюль сейчас мне надрючит, похоже, задницу. Жесткий мюлик. Ну, а тут надо брать вот эту тему. Либо статы, либо магия. Что-то в этом духе. Поехали смотреть. Так, давай пока статы возьмем. 7-7-2-5. Посмотрим, если будет ударка, то мы этот доспех поменяем. Блядь, нихера тебе, ну как так? Против Мюлика и магии не дали, ну камон. Жопа, блин, просто. Бешенство, телепорт, антимагия. Да шо ж такое сегодня? Против дуплета без магии и опять без магии. Камон. Ну, типа хоста есть там, что-то можно выдумывать. 8-8-5-9. Давай доспех возьмем. О, дали стрелочку. Ёба-роба, ну хотя бы стрелочка. Хоста и стрелочка, да, получается? Давай, конечно, уберем. Ну, блин, снимать что-то не хочется. Снимать этот плащ точно не хочется. Ой, не плащ, господи, доспех.
Антимэджик какой-то дать. Ну, посмотрим сейчас. Восемь статов лучше, чем 2 или 3. Ну да, если снимаем этот, смотри, 4-4. И типа у нас будет стрелочка 130. Не, не канает это, блин, слишком слабо. Но не знаю, как тут выигрывать. Дадим хасту в первом раунде, это понятно. Но у Мюлюха там сейчас статы будут побольше, чем 8-8. Войска вроде неплохие. О, джинов не взял, да? Блин, деревях нельзя грейдить. Тогда не потащу джина. Лучше двух джинов. 1100. А не по 100, да, блин? 1300, сука. Пятерочки не хватает. Обыдно. Ну, джин кастанет на дендроида какую-то молитву, может. Будем дендроидом валить. Так, давай, так. Я бы даже вот так стал. Ладно, смотрим. Мы будем отталкиваться от его костов. Если там еще какая-то молитва на Мюлихе, то все. Тогда все. Так, а ну-ка, секунду. Ой. Так, все, Миша готов. Ну, погнали. Не знаю. Хоста стрелка. Слабовато выглядит. Оу. Оу. А что ты? Он еще взял. Сколько там? 14-я скорость, ни хрена себе. А, еще убежал от хосты, вот зараза. Раз, два, три. Блин, не достаем. Чуть-чуть стань ближе. Камон. Дай хоть дракона пощупать. Еще и монахи повыживали, эти маги повыживали. Там еще и 5 СП, к тому же. Слабое утешение.
Дендроид. А, мы можем золотых привязать, да? О, убили золотого, ура! Да, ему две големницы сдало, представляешь, под Мюллиха. Дракон и две големницы. Ну, то есть это нереально убить. Даже если у меня там было бы куча резуректа, наверное, но не потащи. 24 голема, блин. Вон, смотри, что они творят. Они ж вынесут все нахер. Тут даже с резуректом, наверное, не потащить. Еще и статы выше, еще и плюс скорость дополнительная в артефакте. Ну, тут круто. Круто. Ну, сейчас так по фану покатаем. Бычок, кстати, может проморалиться. Нет. Не про канала, да? 31-46. Но не вижу смысла бить-то его особо. Бей бычка на мужика. Еще и ударка есть. Так. Бычком мы его не догоним, да, получается? Так. Деревях ложишь за круг. Так, куда кастанем, что кастанем? Все под нее. Так, 11.30. Не, мы там пегасом, наверное, ударим. Сейчас, дай подумать. Я хочу что-то красивенькое вымочить. Одиннадцать тридцать. Добить этого, да? А, не добили. Так.
Как тебе такое? Бык-осеменитель. Так, я бы, наверное, кого-то ударил бы из вот этих, да? Не. Нему. Так, что мы можем еще выдумать? Ударить мухой жестко его. Так. Бешеная армия. Так, решающая в БО3, поехали. Даймриф опять. Даймриф Айден. Есть дракоша, да? А, блядь, что ж такое сдало непутевое? Хотя можно и с этим, в принципе, работать. Пу-пу-пу-пу-пу, дай подумать. Так, щит хороший. Антиболт. Огонь, да, типа есть. Огонь неплохо, кстати. Тут чисто пузо. 4, 2. Не, я что-то к огню склоняюсь. Шапка мечи не канает. А вот огонек вроде неплохо выглядит. Антиберса денем. Да, пойдет. Огонек нормально. Сейчас по накидкам, по кулонам посмотрим. Давай пока сниму все. 2,7, 2,4. Блин, маловато, конечно, блин, СП-шки. Ну, а, болт есть, да? И антимагия. Так, болт, антимагия. Хорошо. Тогда будет. Наверное, антиболт. Антиберс мне особо не страшен. У меня и так статов нету. Так, волшебство. Ну, огонь было бы неплохо взять. Интеллект и воздух. Воду дают. Спасибо, блин. Наконец-то дали воздух, блядь. Хотя бы продвинутый. О, за эксперт. Ой, гипноз дали. Not bad, not bad. Что у нас в итоге? Ну, правда, гипноз на 6 СП такая себе история.
А вот болтик неплохой получился. Так, окей. Так, что там у нас по морали? Пу-пу-пу, по морали пока не вау. Можно джина взять, накастовать на быков что-то. Да, кстати, джины нормально выглядят. 845. Давай загрейдим и возьмем одного ящера. Чисто тактический ящер. 150, не хватает. Так. Давай вот так станем. Да, вот так нормально. Погнали. Так. О, блин. Пока гляну, что там понаписывали мне в телегу. Гипноз 200. Не, болт хороший получился. Айден. Так, по моральке у нас плюс один. Хорош. У него фен, да? Девять, 13 боевых, у меня 11. По боевым у нас плюс-минус одинаково. А, на скорость пошел, да, максимально. Но минус 3 морали у него, у нас нейтралка. Достаем, достаем вроде. Ага, спрятал лучника, зараза. Ну ладно. Так, 196. Так, кого будем херячить? Наверное, от этого хера.
На бычка, наверное, да? Хотя лучше бить, наверное, чем бычка. Восемьдесят шесть. Ну, ждем, пускай бьет. Четвертая атака по восьмому дефу. Много драконов он не убьет. Ну да, неплохо. Сорок семь. Сколько он там нанес? 45. Стрелочка, да? Так. А в кого он пульнул? В Джина, да? Да, в Джина. Бычки не работают что-то, жаль. Бычки то что-то совсем не работают. В этот раз не пропустил, да? Там книжка земли, я прям это вижу. Поэтому стрелочка была. Так. Так, дракончик 100 хп. Живет.
Ну, мы минотавром, наверное, побежим этого лучника лочить. Да, здесь станем бычком. По-любому лочить. 0-1 нам плевать на это. Так. Моральки у нас не видать. Ну, тут слабенький удар. И тут слабенький. Сто 18, хорошо. Наверное, будем бычару прокачивать в следующем раунде. Какая-то молитва, блин, антимагия, было бы круто. Даже решил не бить. Хотя плохо стал быком, блин. Он может меня ударить все равно. Ага. Not bad. Not bad. Так, ну тогда мы, значит, должны убивать вот этого хера. Давай лучше понизу пойдем, а то вдруг берса, блин. Ну его нахер, берсу. Получить. Да, не пропустил фен. Могло бы сейчас закончиться все. Ну, потому что стрелка, антимагия, все земляное. Все земляное, но тут Рес уже не спасает его. Да.
Да вроде прям ошибок таких не было. Так, да, мы сейчас доиграем с Мишей эту игру и заканчиваем на сегодня стрим. Усилок топ. Но мы сейчас их херанем его. Плохо. Не убиваем мы черного рыцаря пока что. Блять, как я так стал херово? Уже пора пропускать. А он не хочет. Еще и бычка херово поставил. Кстати, черный рыцарь сейчас его не спасает, потому что он не будет ходить. Ну как можно было выжить? Бык, дракон и минотавр. Камон. Так, что мы можем сделать? Давай подумаем. Берзеркер не канает, да? Поднять мертвец. Ну, он хочет берсу бросить.
Берса, берса, да. А кого можем поднять, кстати? Кстати, а мы никого не можем поднять. А стоп, а Василиски... Когда Василиски у нас погибли? Сейчас, секунду, ядовитые змеи. А, там один Василиск, который умер сразу же в первом раунде. Бля. Сука. Ну, камон. Больше некого было жертвы поднять. Сука, не пропустила, падла. Обидно будет проиграть такое. Как могла птица выжить? Фух. Хоть одна крутая катка. Так, победка наша, да есть же. Ровно 400. Прекрасный результат. А.
Дракон, змейки. Все, Миша осталось 506, нормально. Да. Змейки, хорош. Как ни крути, два раунда дам. Так, ну что, будем заканчивать, да? Так, я уже заканчиваю. А, я в это время меня другой юнит и гасит. Да, одна балансная катка из трех получилась. Красивая цифра. 400 ровненько прям. Но игра, и мне игра больше нравится. Игра прикольная была. Надо 444 теперь. У меня было такое один раз, да. На стриме даже где-то в Ютубе есть. Ну, недолго продержалась эта циферка. Но зафиксирована была. Так, все, ребятки, я буду закрываться уже. На этой хорошей игре не хочу сейчас какое-то дерьмо какое-то пожрать и закончить на дерьме. Хочу закончить на красивой игрульке. На позитиве, на этой, на мажорной ноте. Поэтому буду это самое. Гоу последний. Не провоцируй меня с кем-то. Ну, блин, красивая цифра, красивая игра. Не поведусь сегодня. Нет, не проси даже. Сейчас проебу какому-то нубасу, минус 5 получу, потому что мне сдаст говно. Лошкар, ага. Ложку сейчас... У меня сегодня с тобой и с дуплетом две игры были полностью пустые. Вообще без ничего. Ни стрелки, ну вообще ничего нету. Даже берсы поганой нету, базовой. Создай без рейта. О, кстати, без рейта против нубаса. Ну давай, согласен. Нашел аргумент. Действительно, без рейта, кстати, сыграю. Не хочу цифру просто портить. Я ее испорчу завтра там или послезавтра, но это будет уже завтра. Согласен, давай без рейта создадим. Так, поехали. Против нубаса. У меня просто реально, чтобы вот так вот я полностью пустой был, но не помню, чтобы так две игры прям, ну... У меня бывает за 10 игр, там одна игра, я полностью пустой. За 10 игр. А тут за сколько? С тобой отыграли 3. С дуплетом 3. И одну еще с этим, с сантехником. Или, ой, кто там, сантехник был или не помню. Слесарь с завода. То есть, 7 игр. Ну, если так прям повторишь. Ну и тем более, понимаешь, ты уже знаешь про усилок. Ты уже будешь по-другому играть. Тут тоже уже такая штука. Ты уже как бы это сантехник. Ну, слесарь.
Ты уже так не передерешься. Зная про усилок, ты уже будешь по-другому выставляться и все такое. Поэтому это уже такой гиблый номер. Тут именно сам факт неожиданности был для тебя. Ты увидел третий СП, думаешь, о, нормально, меня не убивают. Ну и оно берет и убивает. Так, погнали. Аделаида против Мирланды. Ну, вроде ничего. Вроде ничего. Так. Здесь будет по-другому, но интересно посмотреть, смогу ли я. Или змейки. Ну, змейки снимут. Но если достану... О, смотри, как круто. Я вот это возьму, наверное. Хотя, блин, столько дублирующих. О, я... Смотри, какой план будет коварный. Я беру 1-2. Третий остается магия. И тупо его развалю кольцами. Плюс статы хорошие. Да, мне нравится эта идея. План капкан. Пускай это валяется, барахло. Я даже брать не буду его. Так, 11-3-8-2. Надо взять только интеллект и водичку. И все. Блин, там дают еще ледянку. А, плевать на ледянку. У меня резурект. Да нет, здесь, кстати, разорву чувака. В хлам просто. Просто в хлам. Так, вода, мораль. Не, или вода, интеллект. Вода есть. Давайте интеллект, парни. Алло, где интеллект? Даже не вылез интеллект. Ну ладно, защиту прокачали. Третий СП, блин. Ты шо, Аделаида, ты вообще ничего не взяла? Камон. Вот тебе Аделаида. Капец. Вот это знание, блин. Ну похер, сыграю так. 15-5. Сколько у нас? Она не взяла ни одного знания. Как такое может быть? Или сколько у нее было? А, не, взяла чуть-чуть, да? Там было 1-2. Одно знание взяла. За 10 раундов. И с 4 монахами. Камон просто. Ну ничего, у нас в принципе 3, 9. 3 штучки, да? 3 штучки. Добавить мы ничем не можем. Но за 3 раунда, в принципе, ушатать Мирланду за 3 раунда, я думаю, сможем. Мне, в принципе, 3 раундов должно хватить. Сейчас попробуем. Так. А, не хватает, да? Блин. Ладно, монахи тогда. Тогда монахи и кентавры. Да, монахи и кентавры. Так, ну нейтралка типа, но не страшно. Так, давайте сюда, монахи, сюда. И вот так, да, вот так неплохо. Ну короче, врываемся. У нас 3 раунда, чтобы его ушатать. Пробуем. 15-я атака, я думаю, ушатаем. Да не, горгульки говно. О, хорошая толпа. Нейтралка осталась. Так, прекрасно. Что нам нужно сделать в первом раунде? Убить девок, да, всех? Убить всех девок. Раз, два. Седьмая. Так, подожди. Давай конь сюда наверх. Нага. Поехали. Ого, 87. Надо убивать чудика. Да не, свайта не хочу. Там третий СП. Пятая всего лишь атака. Мне пофиг. Он ангела не убьет, как бы он не хотел. Типа резурект может быть, да? Давай ему залочим резурект. Чтобы он чудика не поднял. Так, девку ушатали.
И что у него осталось? Болтов никаких нету. А на 3 СП там какой-то огнешар там или какое-то кольцо я переживу легко. Типа резурект у него, да, ГГшечка. Ну резурект мы ему зал... Ну пусть Цербера поднимает. Что ему делать? Он снимает ответкой Креглоида, да. Так, давай вейт. Вейт, вейт. Поползли. Морали у нас там сколько? Нейтралка морали. Так, ну давай в Цербера херячить. Да, 15-5. Не, тут все идеально. Аделаида бешеная, блин. С маной подкачала. Мало того, что не взяла знаний, ей интеллект не выпал даже. У Делаиды интеллект берется, по-моему, с первого прокача. У нее не выпал интеллект за 10 раундов. Это забей. Какой-то прикол. Так, ну, если он... Да, он рестнет, это было бы неинтересно, если бы он не рестнул. Но рест нас не сильно пугает, потому что кольцо его добьет следующее. Как я и сказал, 3 раунда мне надо, чтобы победить. Вот как раз ровно 3 раунда и получится. Что он там вейтит? Что там хочешь вывейтить? Тут уже ничего нельзя вывейтить. Победка сюда ее. Блин, у него книга земли с кулоном. Прикол. И не смог потащить. Ладно, давай еще одну без рейта. Уже теперь точно ластовую. Хочется чуть-чуть попотеть, а то как-то прям легко. Было слишком легко. Но это уже точно последнее. Ласт. Подсел. Не, ну Аделаида была приятная. Когда тебе таких сдают героев с такими данными, то прикольно играть. Владелец BMW. Интересно. Элишар у нас. Элишар против Хартлича. Ух ты, некромясо. Дабл эти. Ага. Дабл дракоши. Только чуть дракоши не те, что я хотел, но тоже пойдет. Вот это неплохо выглядит. С накидочкой, да? Плюс черный шар, если у него драконы будут. Таки да. Это точно нет. Ну, тут шапка и усилок. Слабо. Здесь вроде плюс-минус неплохо. Правая. Ну да, я смотрю на нее. Типа 4-4-8. 8 боевых, скорость есть. 5 СП, 4. Да, неплохо вроде как. А здесь... Да, наверное, даже может быть правую. Здесь 2 пуза, 2 этих, 2 плаща, 2 этих, 2 вилки. Черный шар, конечно, но плевать на него. Вот это поинтереснее. Ладно, пробуем здесь. Правая более сбалансированная. 4-6-6-6. Ну, так, удачку давай вниз. Так. Ну да, лучше антиберс, чем антислепо. Хотя у меня драконы, там какой там берс. О, есть стрелка, есть волна. О, волна хорошо по 2 драконов. И антимагия хорошо. О, кстати, можно план сделать хитрый. Молитва. Короче, у нас 2 стратегии здесь. Либо через молитву там и волна. Либо земля, антимагия кидаем на дракончиков и потом разваливаем волной смерти. Но зависит, есть ли у него драконы. Так, волшебство. Ну почему против воина хз? Как раз молитва статы компенсирует нам. Просто если у него в первом раунде давно... Ну, тут, конечно, просится типа антимагия на 2 драконов и потом волной расхерячивать. Но
Если он мне в первом раунде, допустим, убьет одного дракона, то уже антимагия не канает. Тогда молитва лучше. Так, волшебство это не берем. Короче, вода, земля нам нужна. И вот тактику я бы взял бы. Ну, хотя Элишар не возьмет ее. Скорее всего. Ну, попробуем. Понятно, что... Вот, земельку дали, да? Но воду, наверное, что-то он не хочет брать. Категорически не хочет. Бля, не взял воду. Давай удачку возьмем. Стрельба там была у нас. О, моральку дали. В конце аж. Обидно. А, стрельбы не было. Что-то я перепутал с другим раундом. Блин, можно было стрельбу взять. Хотя, стрелков не так-то и много. Так. Сила магии прокачана. Ну, молитва, короче, план сдох. Остается план через эту играть, через антимагию и волну смерти. Наверное, такой план будет. Сейчас посмотрим. Кстати, можно взять дабл этих. Да, кстати, вот эти парни тоже прикольные. Если их подгрейдить... Да, кстати, делаем так тогда. Если он в первом раунде выбивает у меня дракона, мы тогда антимагию можем кинуть на этих, на пиратов. Ну, улучшить прямо... Ну, улучшить разочек, да. А вот второй раз что-то дорого. 2800. Это прям очень дорого. Что-то мне не хочется второй раз их улучшать. Он-то на них забайтится стопудово. План, в принципе, хорош. Ну, в принципе, да, глобально некого и брать. Ну, давай, сделаем ему байт чисто, чтобы он, если у него какой-то болт лютый, пускай убивает пиратов. Давай мы их вниз, за палатку. Так, нейтралка. Можно взять огров, кстати, чтобы кастануть за эту... Жажду крови. Ну, магия мне точно беспонтовая. Давай так, так. Давай еще огров. Сколько мне надо огров? Кинуть сюда, кинуть сюда. Огров всех. А мне не хватит на все. А, хватает. Ну, давай всех тогда. 4 огра будет. О, так неплохо, кстати. Жалко, тактики нет. Я не могу закрыться. Можно было бы закрыться чуть-чуть. Но уже не закроюсь. Короче, нам нужно антимагию кинуть на кого-то из или тех, или тех. И потом волной развалить ему кабинет. Поехали. Бля, там дракон есть, сука. И еще и 8 лордов. Блин. Тварь. Херово. Херово, блин. Ну, я волной поубиваю единички. На драконов ам, да, на драконов ам. Будем надеяться, что морские волки пристрелят дракона красного. Кстати, он лоханулся. Я бы дракона поставил бы на вот этих. Он до них не достает. 14 могут не убить. На кривую стрелу там 1.5% вероятность. Вот умножай 14 на 1.5. Это сколько будет? 21% всего лишь. 21. Это меньше, чем у 3 быков. Поэтому шансы так себе. Сейчас посмотрим, что он кастанет. Там еще, кстати, минус 3 морали, блин, неплохо. У нас минус 1. Так, что А мне дал? Не мой ход первый. Я бы с удовольствием, но дракон же обгоняет. 11 скорость против 10. Забайтился, да. Ну тогда Ам, наверное, сюда. А у нас хотя бы есть Ам? Есть. И стрелка есть.
Стрелка, кстати, вампо убивать будем стрелкой. Так, забайтился, да? А сколько там стрелочка? 90. Ну да, 90 неприятная стрелка. Блин, а давай попозже сделаем ам. Я хочу кинуть жажду крови. Я хочу кинуть жажду крови, а потом ам сделать. Давай так. Что, пробуем стрелять? Пока 8 штук. Больше шанса уже и особо не будет. Блин, удача прокнула, а этот не прокнул. Уже 7. Уже 7, да? Давай сюда. Так. Давай закроем, наверное. Чтоб дракон нас не достал, вот так встанем. Вампир еще падла, конечно, неприятная. Тут кроме дракона надо еще вампира как-то ушатать. Шестьдесят два, 105. Давай пока сюда где-то станем. Всем здорово, какой странный набор войск. Здорово, Кривол. Это у меня уже последняя игра, ты уже поздно подтянулся. Но такой вот странный. Я под волнушку готовлюсь. Суперстрата. Суперстрата, ну блин, два юнита, которых, блин, как-то надо убить. Так, он достает. Пускай бьет моего костяного. Не, блин, не пропускает курва. Курва не пропускает. Было бы прикольно, если бы он пропустил. Я бы снял бы ответку огром. Но я прикрыл морского волка. Он его не убьет. Ну, сейчас стрелка сюда полетит. Да. Какой же молодец. Хорошо. Так. Волнушка 68. Ну, на этой неделе будет подрубы. Сейчас вот я начинаю. У меня была куча дел. Как же он сбатится на волков? Да, план сработал. Короче, будет подрубы. Сегодня на что? Среда. И завтра, скорее всего, будет подрубы. И в пятницу. То есть я сейчас начну так нормально, активненько это самое стримить. Так что вечерком залетай по-любому. Начиная где-то с 9-10 вечера я буду рубиться. Уже как бы я командировки свои отъездил, там работы все чуть-чуть разрулил. Поэтому можно будет и пошпилить. Так, давай войтецки. Сейчас будет смешно, если морской волк убьет у меня дракона. Я хочу ответку снять, подожди. Понял? Там 68 волна. Если я кину волну, я убью огров. Я хочу этого хера попинать. Сто шестьдесят. Пока могу. Попинать этого хрена, блин. На тебе, сука. Отстрелить может. Но он не стрелял в него, поэтому не отстрелил. Хыдыш. О, наконец-то пропустил херяка. Так. Сколько там у чудика? 92. Давай палатку ему развалим. Так, антимагия еще 5 раундов. Нормально. 24, блин. Ну да, дальше в next раунде надо, наверное, стрелкой убивать вампов. А чудика уже будем разминать вручную, наверное. Люблю такие победы. Ну вот, на такой победе попробуем закончить. Но еще не победа. 8 вампов все-таки не так-то и слабо. Да, нестандартный больт. Либо стандартная молитва резурект. А, он дал хостецкий. Ах ты, блин. Сейчас получим чуть-чуть люлей. Дракон, блядь, о, блядь. А, ну это, кстати... 94. Чудика мы, кстати, завалим.
Мы, кстати, можем убить чудика и стать на труп. Да, наверное, так лучше сделать. А вдруг у него рез? Давай перестрахуемся, наверное. Блин, один хп. Блядь, там рез. Сука ты, блядская. Ну откуда? Откуда ты этот рез высрал? 105. Мы не убиваем чудика, да, получается? Правильно, я правильно стал на дракона, но... Может пропустит? Хер там. Хер там пропустит, блин. 125, так. 20 хп, бляха-муха. Да все, он, ну, вампиры потащат. Хоста и резурект это сильно, конечно. Есть шанс, что, конечно, пропустит этот чудик. У меня даже замедла нету, блин. Сколько там, подожди, 40, 80. А, тогда смотри, что делаем. Становимся в деф. Блять, хватило ему. Три вампира убило. Ничего себе, там эксперт атака. Да уже все, убил. Три вампа убило, 20 этих нанесло. Ну, нормально, нормально. Резурект порешал. Ну, и то, если бы у него были дизморали... При минус 3 не порешал бы, а так. Я думал, что с дефом я выдержу. А потом я мог чуть-чуть. Был план, короче, если бы я выдержал бы удар. Я убивал тогда вампов. И мог смыться от чудика. Хотя там хоста была, не смылся бы я, наверное. Но чудик мог пропустить. Короче, были варианты, а так без вариантов. Рес накопал. Ну там, видишь, как хорошо. Дракон, рес. Так что все стандартно. Я, видишь, прочитал, стал на труп. Ну блин, 8 вампов там, похоже, с эксперт-атакой. Поэтому больно били. Слишком больно. Так, все, ребятки, спасибо за просмотр. Пойду уже ложиться. Да, уже нормально. Так. Окей. Вот как ты решил. Инубасу проиграл. А где он? А, владелец BMW. А, я даже не вижу, какой у него. Сколько у него рейтинга. Ну ладно, неважно. Неважно. Все. Всем спасибо, всем пока. Adios, amigos.